скоро в отступление пойдем. Мы находимся сейчас в село Тоцкое. Запомнила? Какое? Тоцкое? Да, будем брать его. Никак уже месяц никак не можем взять. А там все дороги наши. Как мы сейчас он и технику, танки, хуйки, все подтягивает, блядь. Ясно. Да хуя, Ирин, убитых, раненых, да хуя, каждый день, по 20-30 человек. Охренеть можно.